Ну что ж, блядь, спустя, походу, как неделю, блядь, мне снова удается, блядь, блядь, не, ну реально, сколько, 6 дней, блядь, 7, блядь, я в ахуе. Просто появляется то, что мне интересно, на то, что я хочу потратить время, и, блядь, вдруг неожиданно я, блядь, всем стою нужен. Нахуй так делать, блядь. Вот. Когда, вот когда там, не знаю, реально есть свободное время, блядь, вообще похуй. Никто не дает. А вот как только, блядь, у меня что-то появляется, на что нужно потратить время. Блядь, все. Забирают. Поэтому, блядь, такой разгон. Ой, блядь. Я в ахуе. Ну, неплохое начало для вступления. Так, немножко так пустить нытья, и думаю, можно начинать. Потому что, блядь, реально. Когда там, ну, во вторник выпускал. Ну, в среду, блядь. Занят четверг, занят пятницу. Уже там надо было уехать, занят субботу. Субботу продолжал пятничные дела, блядь. В воскресенье отходил, в понедельник отходил, блядь. И вот сейчас только уже в нормальном состоянии. Да, ладно, похер. Сейчас, секунду. Еще приболел немного, Ларри. Ладно, погнали. Расколов очередной череп, я приложил все оставшиеся силы, чтобы вытащить из него свой топор. Но за место успеха у того, издав противный треск и лязг, сломалась ручка, оставив лезвие навечно в мертвом теле, оставляя меня довольствоваться обломком рукояти все время. Жопу. Только и прошептал я на выдохе, откидывая бесполезную деревья, хуя глядусь, а мы сейчас запашка. Точно! То тут, то там валялись обломки мечей, щепки от щитов и части брони, сбитые с мертвяков. А также горсти пыли, в которую обращались тела поверженных врагов. Среди этого хаоса, крутясь на месте и осматриваясь, стоял Иван, держа в руках погнутую трубу, которую он орудовал последние несколько минут. Кажется, все, победили. Врач есть! Раздалось по боку. Я, обернувшись, увидел Симона, сидящего на лежащем на асфальте Денисом. Я пригляделся и заметил торчащие из пуза и ноги Фебенга стрелы. Кровь медленно струилась из раны, расправляя иней под его телом. А сам же он, с бегущим по щекам слезами, лежал на спине и смотрел в небо. «Живой!» Отчего-то дернулся я, быстро рванув к ним. «Живой!» Не хочу умирать. Не хочу. Страшно. Холодно. Асфальт в корке льда, вот и холодно. Иван присел рядом с ним. Жить будешь, наверное. Главное не вынимать стрелы. К нам подошли Эмма и Юляна, обе с замученными и уставшими лицами. Блин, чё-то спрайтов не добавили, потому что, блядь, я думал, тут хотя бы покажут, там, блядь, ну, хотя бы так вот, блядь, картинки, вот, ну, сейчас то, что задний фон идет, блядь, их хотя бы добавят. А то что-то не такое ощущение. Последнее вдобавок ко всему бледнел прямо на глазах, а синий дымок все так же струился наружу из пробитого доспеха. Ну, блядь, с кем я вообще? Я вижу, что я, блядь, одна картинка, где, блядь? Где бэкграунд Эммы, блядь? Я не понял. Задний вид, блядь, ну. Ладно, если попытаемся, повредим ткани и мышцы, а также можно задеть влажные сосуды. Можно обломать древко, чтобы было удобнее. Подождите. Там же вопрос больше в том, что там ФБНГ же вроде ранили. Где? Я пригляделся на землю. Жащий из пуза и ноги Фебенга стрелы. Ну так, ну, Фебенга дернули, а чё это реплика Дениса? What the fuck?
Вот меня это немножко смутило, но я подумал, блядь, что, может, я не так что прочитал, продолжил. Можно вам и древко, чтобы было удобнее. Потом извлекать будет сложнее. Можно укоротить, но не сильно. Сделайте что-нибудь, умоляю. Блядь, Денчик, хули ты тарёшь? Там же ФБН умирает. Я могу попробовать полечить. Ульяна, пошатнувшись, упала на колени рядом с ним и, выронив меч из рук, прикоснулась одной из них к ране. Из-под ее руки застроился слабый свет, но почти сразу Ульяна завалилась на бок, теряя сознание. Эмма сразу же подбежал к ней и принялась ее тормошить, а мы с Редачем лишь переглянулись. Дела принимали довольно хуёвый оборот. И что теперь-то? Не выдержав напряжения, выкрикнул я, протирая лицо руками. Ой, нихуя, давай его персонажа. Хорош. Я думал, что я и так дальше буду в пустоту с кем-то разговаривать. Да все то же самое. Ждем, пока появится Славя, и будем уже с ней танцевать. Надо вооружиться, кстати. Да какой смысл? Шутер в трансе под своим барьером. Кайт все еще в унке. Ульяна без сил превращается в рыцаря смерти. Симон тоже за последним издыхание. Денис подушечку для его иголок косплеит. Так. Так ФБНГа и Дениса кого подстрелили? Я не понимаю. Ладно. Шутер в тренде, это Денис, это? Успокойся! Надо было вот так вот сделать. Успокойся! Такой вот звучок добавить. Паника этой ситуации не справишь. Да какую нахуй ситуацию? Это не ситуация, это пиздец. Какие нахрен стенды? Какие, мать их, перекачанные пионерки? Какая к черту плеть? Че вообще тут творится? Что за сюр ебаный? Ну а хули, Вася тут напридумал, что аж пиздец. А. Еще, блядь, лор весь Варика бы перенес сюда. Вот так вот бы было. Шутка не надо. Я не фанат Вовки. Ладно. Блядь, как мы вообще дожили до этого момента, ума не приложу. Че тут вообще делать, сука? Ну так уходи. Холодно проговорила Эмма, держа на коленях голову Ули. Пока не поздно, беги. Если боишься, просто уходи и все. Все равно мы все, как ты говоришь, сдохнем. Так что тебя никто не осудит. Ты продержался до этого момента лишь потому, что боролся. Через боль и усталость. Выступил против врагов, которые казались гораздо сильнее. Но мы вместе. Мы справились. Вместе. Если ты думаешь, что в одиночестве, перестав сопротивляться и сбежав, ты улучшишь свое положение, то давай беги. Как только последнее слово слетело с ее губ, на меня, помимо ее тяжелого взгляда, устремили свой взгляд Симон и Редач, не менее легкий и не менее колкий. И только Денис все так же смотрел в небо, что-то про себя нашептывая. Да чего вы все накинулись, блин? Устал я. Уже нельзя эмоции выплеснуть, сразу агритесь. Токсики ебаные. По факту. Я отвернулся от них и вытер лицо рукой. Другой же свободный полез в карман, извлекая мятую и, к сожалению, пустую пачку сигарет. После гневно сжав ее и вышвырнув в сторону. Реально, покури, дядь, расслабься. Неожиданный результат. Донесся откуда-то голос Слави. Я была уверена, что мои войны сметут вас. Но ничего, это было лишь небольшое испытание. В бой, мои рыцари смерти. Командиры плети? Ща, этот музон немножко уменьшу, пожалуйста. Ну вот так вот примерно. Ну это уже чересчур. Дальше без меня, ребят, я выдохся. Ну я говорю, я по-моему там хай-то сейчас, видать, там весело Урварика узнаю. Как и думаю многие, он просто, блядь, перенесет лор Варика на бесконечное лето, добавляя в нее, ну, присутствие себя и разъебывая всех.
Так, дальше без меня, ребят, я выдохся. Бледный и поникший Симон, припавший на одно колено и державшийся за упертую землю, что? Припавший на одно колено и держащийся за упертую в землю лопату, чуть поднял голову, оглядывая новую пачку противников. Выглядел он уже совсем плачевно, словно вот-вот кончится. Вместе с этим, учитывая раненого Дэна и потерявшую силу Гяну, шансы нашего оставшегося трио на грядущую рубку равны нулю. Я попробую отвлечь на себя большую часть, но не уверен, что мне хватит сил на то, чтобы сдержать их долго. Она хотела бы встать, но тут за подол футболки схватила Ульяна, чуть приоткрыв глаза. «Я помогу», — едва слышно произнесла она. «Ты не возьми меня за руку. У нас мало времени». Эмма, чуть поморщившись, присела рядом с Ульяной и взяла ее за руку обеими руками. «Ай, блядь, кастует что-то, шарлатанка!» Из-за ладони Ули заструился свет, обволакивая руки Эммы, а затем начал быстро струиться вверх по ним, покрывая девушку ослепительным свечением. Бля, по-моему, нас бафнули как-то жестко. Ну, Эмму. В тот же миг Ульяну поразило исходящим от Эммы разрядом тока, отчего ее тело затрясло словно в припадке, а глаза закатились. Ну пиздец, блять, мы еще и Ульку ебнули. Спустя секунду они обе вспыхнули, заливая светом все вокруг, заставив меня зажмуриться. Да, ну, блядь, выдумщик. Ой, вот, значит, вот это начинает жесткий музон, значит, время разъема. Он махает, ну, блядь, придумывает. Ой, блядь. Чё творится тогда? Я сам хуй знает, у меня мурашки по телу идут. Пизда, блядь, волосы дыбом. Я и вообразить не могу, что такое возможно. Какое странное ощущение. И что предлагаешь? Выйти из состояния ахуя, озвучу я первое, что пришло на ум. Сколько энергии. Такое чувство, будто я сейчас взорвусь. Давай только не рядом с нами. Пожалуйста. И то верно. Смотрите за остальными, а я... Мне нужна зарядка, да ты охуел, ты себя видела. Мы с Иваном лишь кивнули, продолжая с открытым ртом таращиться на Эмму, которая, поправив очки, обернулась к врагу. И спустя миг, разбросав по сторонам искры, сорвалась с места, молниеносно оказавшись прямо в центре между врагами и разбрасывая вокруг себя лоскуты молний, оплетая врагов электрическими лентами, да, разрядилась. Да. Что-то разъеб какой-то. Блядь, где мои бархатные тяги? Уши ловили шум дождя. Бля. То есть просто в каждом вот можно запихивать, чтобы... А, бля. Ну просто, блядь, тупоров, блядь. Почему бы и нет просто? Просто, да. Уши ловили шум дождя. Сон, что я вот тут видел. А, сознание начало проясняться. Тьма, перекрывающая взор, медленно начала расступаться. Ну это, блядь... Уже переделка под варик. По телу пробежал легкий сквозняк, вызвавший дискомфорт и затаивший меня поёжит на холодном полу, а уже после открыть глаза. Ёбаный стыд. Не, ну я это видел. Ой. Только выдохнул я, протерев глаза и приподнявшись на руках. В голове прокрутил последнее, что запомнил перед тем, как меня саданули по голове. И поняв, что к чему, поднялся на ноги с лагающего пола. Так вон ты какой, лимп-программиста. Ну а хули ты думал, вот, блядь, сколько строчек кода ебанешься. Подбодрив себя, я выглядел что? Подбодрив себя, я, выглядывая в мутный силуэт двери сквозь ряб перед... Подбодрив себя, я вглядывался в мутный силуэт двери сквозь ряб перед глазами, от которой они неприятно заныли. Пол из ВХЕ, залитой текстуры 128 на 128, нарисованная через Shift, дверь в Paint.
Узнаю свой коридор из СССР. Ну, блядь, дядь, кто его не узнает? Усмехнулся я, двинувшись вперед. Надеюсь, без конкурсов с задачками и коридорами. Бля. Ну, не тот мод про коридоры, блядь. Не тот, то такого не должно быть. Да ёбаный сырник. Час по часу, прошептал я, оглядываясь по сторонам и медленно вышагивая вперед. Не самое приятное место для рандеву, но... Послушай откуда-то спереди, после чего обволакивая и мы темным дымком, ко мне вышел обладатель голоса. Опа, я уже заждался. Выглядишь не очень, ждал и не готовился выходить. Издержки пребывания на отшибе никому не нужного кода. Я так понимаю, ты из другой версии реальности? Не исключено. Я быстро перебрасываю в голове мысли, пытаясь прикинуть, что мне нужно сделать, чтобы скорее выбраться отсюда. Если верить шутеру, эта херня хочет занять мое место, а значит... Я знаю. Знаю, о чем ты думаешь. Он паршивенько улыбнулся. Наша с тобой ситуация можно решить менее радикально, чем ты себе уже напредставлял. И как же? Просто разойдемся. Я пойду туда, откуда пришел ты, а ты туда, откуда я. Ты меня за идиота держишь? Честно? Да. Бля, знакомая музыка. Я вообще в шоке с тебя, должен признать. За место нашей бравой команды ты понабрал себе вообще сомнительных напарников. Какой-то дипровый хуй и малолетний дебил. Ну по факту да, по факту да. Вот что... Правда в его словах есть, блядь. Если раньше там, блядь, реально такая команда жесткий была, парней, блядь, дач, ФБ, там, Симон, вот эти все ребятки, то, блядь, сейчас да. Что-то в его словах есть. Ни одной драки без помощи третьей стороны не выиграно. Никакого фана веселья. Yes. Тупой юмор. Ни единого покушения на аппетитный задний спиннерок. Ну, дядь, ну это, блядь, ну... Да хуй оно нам надо. АФК отдых без бодрых движников. Ну тут да. Это, блядь, прошлый хайд, блядь, был достаточно-таки хорош в этом деле. Что же такого случилось за последние 5 лет с нами? Нами? Давай начнем с того, что нет никаких нас. Да ладно. Я это ты, а ты это я. Надо нам... Все, что сейчас есть у меня, я лишь себе. Ну все. Бля, я помню. Бля, это нормально было, пизда-то. Ну все. Так о чем-то я? Ах да. Глупо отрицать, что мы по сути одно целое. Может быть. Только вот ты немного залежался в конверсации. Ой, конверсации, блядь. Честно, я конвертирую, на. Вот именно. Я не против размять косточки. Увы, но это не в этот раз. Да брось. Ты же сам ни черта не сможешь сделать. Ты бы уже давно откинулся, если бы по воле сценария не влез шутер. Да что там шутер? Ульяна спасла твою жопу от биты того мальчика из BTS. Черт, я в ахуе из тебя, честное слово. Ты же понимаешь, что не вывезешь всего того... Что у вас там происходит? А ты дофига способный? Достаточно, чтобы не отлетать при первой же возможности. Неужели у тебя самого не возникает мысли о том, что... Как бы это помягче сказать. Ты там совершенно не нужен. Да и вообще, во всей этой истории ты не смотришься. А ты для любой истории гораздо выходит. Не исключено. Давай на чистоту. Ты скучный, слабый, постоянно совершаешь какие-то глупые поступки. Вызываешь лишь уныние и сонливость. А что же я? Моего возвращения ждут все. Да! Да!
Ты так говоришь, словно... Ты так говоришь, словно мы боремся за роль персонажа в какой-то сказке. А ты еще не понял? Мы и есть персонажи в говяной истории. Думаешь? Уверен. Или ты на полном серьезе веришь, что существуют какие-то чудеса с перемещением в другие миры или типа того? Блять, ломает третью стену, ебаный сыр. Я об этом не думал. А ты подумай. Помнишь ли ты о себе хоть что-то, помимо заложенных в тебя заранее воспоминаний, знаний? Хоть что-то, что не прописано в твоем сценарии? Например, день до события, который привел тебя сюда. Или же неделю до... Какие-то детали помимо общих фактов. Я реально напрягся, пытаюсь вспомнить, что было за сутки до того, как наступил тот день, когда прилетели по шоке Дэн. Но сколько ни старался, не мог. События утекали куда-то на месяца, а то и года назад, бросая в голову какие-то обрывки событий, но никакой конкретики, никаких лиц, звуков или же эмоций. Что, никаких мелочей в голову не приходит? То-то и оно. В любом случае, это ничего не меняет, отозвался я, выпутываясь из паутины размышлений. Если мы, как ты говоришь, всего лишь персонажи, то твоя роль уже давно сыграна. А может и нет. Может, меня отложили до этого момента? Ух ты. Сори. Поздно лег. Типа, домой ночью приехал с работы. А ключи на работе забыл. Кайф. Потом вызвал такси. Думал, поеду на работу. А ключи я забыл в шкафчике под замком. Ну, а по итогу, вызвал такси, ждал 30-40 минут. Не дождался, потом вспоминаю, а как я открою шкафчик, если у меня ключи, от этого замка в шкафу лежат и дома. Я такой, пизда-то. Чё, поехал, поехал на другом такси, на другую часть города, чтобы там у этого отчима ключи забрать. Помотал меня ночью по городу, охуенно. Ну, было прикольно, если б я, вернулся на работу, подошел такой, а как я открою шкафчик, Хорошо, что этот Довин на таксисте, не приехал. Так бы, просто сгонял по приколу туда-обратно. Так, может, меня отложили до этого момента, а ты так... А ты так лишь заглушка для моего появления. Все хотят увидеть Хайта. А ты? Ты никому не интересен. Твои мысли, эмоции, страдания и галлюцинаторный бред наскучили уже к половине воспоминаний. Ты пресный и не вызывающий симпатии персонаж. И такие герои никому не интересны. Такие, кто тонет в собственной скорби слабости. Неправда, я МНД читал, взахлёб. Там вот просто... И то... Мне повезло тогда, что вышел... А, это СС первый был, по-моему. СС, а потом уже МНД. Мне повезло с МНД, то что, с одной стороны, нет, потому что... там уже достаточно частиво вышло, на часов, может, каких 8-10, я, с утра проснулся, начал читать, смотрю, хуяк уже. 8 часов вечера, что-то в таком духе. Я был в ахуе. Ты понимаешь, ты никому не вкатываешь, ты никому не нужен, ты лишь заглушка. Все ждут моего возвращения. Жаль тебя обламывать, но ты никогда уже не вернешься. Нет, Вася, не убивай его, на пиздец. Я помню, что он об этом говорил. Усмехнулся ему я, сопротивляясь нарастающей почему-то тоске внутри самого себя. Смирись, но ты в прошлом. Твой образ лишь сценическая маска, ни капли искренности, лишь комок из различных образов. Нет, Вася, не делай этого, пожалуйста. Быть может, я не такой интересный, отвязный и веселый, но я хотя бы хоть на чуть-чуть настоящий, искренний. А ты? Ты герой старого боевика. В прошлом смотрелось ничего так, но сейчас смех да стыд и только.
забудь о том, что чтобы еще раз выйти на сцену. Твой звездный час давно прошел. Может быть, кто-то там тебя и ждет, жаждет твоего возвращения, но это больше нет. Нет! Что, Вася, ты ебаный, блядь? Нет! И он никогда не вернется. И ты лишь его отголосок, который скоро затихнет и угаснет. Ведь ты всего лишь персонаж дрянной истории пятилетней давности, оставшийся на просторах кода в ебенях Варджопа. А я живу в настоящем, и я настоящий. Блять, привет, восьмая глава МНД. Блять, я говорю, только вспоминал, сука. Я, в отличие от тебя, не сценарический образ. Я — это я. Боже, я сейчас расплачусь. Я уже расплакался. Как трогательно твою-то мать. Отменная чушь. Я просто похлопаю. Ты закончил, надеюсь? Вроде. Сколько пафоса. Ужас. Дань уважения аддонам на СС. Не более. Это у тебя такой фан-сервис? Нет, это лишь отсылка. Фан-сервис — это ты. Ну, есть такое. Ну, спроси, но больше роли для тебя не предвидится. Ладно, это маленькое обидно, признаю. Но давай не будем растягивать хронометраж этой сцены. Уже пойдет, уже и так пойдет. И теперь глянем, что у нас по физической форме за прошедшие 5 лет. Да ебаный сыр. А я сейчас захлебнусь в этих соплях. Вот, бля, давай без этого. Едва успев среагировать на первый резкий выпад, сорвавшись с места оппонента, я даже близко не успел уследить за второй зуботычиной, уготивший в челюсть, от которой меня повел куда-то вправо. Скорость я тут явно проигрываю. Только отметил я, про себя выпрямляйся и готовься к очередной атаке. Насколько бы я ни готовился, 5 лет пребывания в алкогольных заключениях и сотня фур, скуренных сигарет при отсутствующих спортивных и физических развивающих активностях явно сейчас играли на руку моему оппоненту, а не мне. Черт возьми. Я-то думал, что у меня с физической формой проблемы, наверное, проблемы были. Но ты явно меня переплюнул в этом. Какое же уборство я превратился за прошедшие 5 лет. Но ничего, еще не все потеряно. Вот и придется усердно и долго работать. Тут мы пизды получаем. Уйдя от первой двойки, я снова прилично свое в лицо, чуть-чуть сориентировавшись и попытавшись атаковать в ответ, но все было тщетно. 5 лет назад я был явно поспортивнее и резвее, чем сейчас. Подтверждение этим размышлением, враг, перестав просто отходить в сторону от моих атак, решил контрактовать. Бать, блядь. Ну, 5 лет все были красавчиками, блядь. По крайней мере, я-то точно. Такое уебище превратилось. Блядь, как вспоминаю. Так хуево, блядь, реально, такой, блядь, имбой был 5 лет назад. Ща тупо, блядь, дед. Старый, блядь, не так уже красив, блядь, все в таком духе. Печально. И сколько бы ни старался остановить это, не иначе, как избиение, но проёб в этом ПВП был очевиден. Уже пошатывающегося меня, ловящего глазами темные пятна перед лицом, оппонент отправил на асфальт смачным хукаем в зубы. Хукаем! Вот и все. Он навис сверху надо мной, держа меня одной рукой за шею. А столько громких слов было. На что ты вообще рассчитывал? Ничтожество. Твои жалкие потуги ни к чему не привели. А будь я на твоем месте... Все сложилось бы иначе. Он сел на
Он сел мне на лицо. Ладно. Он осел на мне. Он осел на мне, давя коленом на солнышко и обеими руками, обхватывая мою шею, начал душить. Получить столько шансов на возвращение за одну единственную заварушку и просрать их вместе с усилиями всей твоей команды, лишь потому что ты, черт пойми, что делаю последние 5 лет. Не будучи сильным, стать еще слабее, спиваться и травиться, теша себя тем, что ты еще все сможешь наверстать, проебывая остатки молодости в никуда. Это самый настоящий катинизм. Полнейший идиотия или идиотия, не знаю. Посмотри на себя. Ты стал полнейшей рохлей, без сил на малейшее сопротивление. Где бы ты был, если бы вокруг тебя не было всех тех людей, которые спасали твою задницу все это время? На что ты вообще способен? Все еще считаешь, что ты лучше меня? Брось. Не стану гнобить тебя упоминанием о могил всех тех, кто был вне этой твоей адвенчуры, там, в реальности. Посчитаем то, что мы имеем здесь. Кей-попер, высоковольтная девчуля, те два каких-то чела и весь наш старый сквад. Все они пошли за таким вот тобой, чтобы в итоге что? Чтобы ты подвел их. Как думаешь, пока ты тут задыхаешься и не в силах справиться с самим собой, они там еще живы? Или уже все полегли в попытке спасти твою никчемную жизнь? Лежат мертвые в кубках тумана, как и тот кореец, что тоже пошел за тобой. Бля, ну корейца, блядь, было жалко, пиздец. Никогда больше. Мне не говорить таким голосом. Пошел, чтобы в итоге умереть. Ну, по-моему, я таким голосом его озвучил, блядь. О, нехуй, ладно. Умереть. Спасибо, что напомнил. Прошипел я, заводя одну руку за пазуху, где покалывая в ребра во внутреннем кармашке пиджака лежал нож Хака, который мне отдал Пашок в бункере после того, как пионер убил Дживуна. Да, сука. И как только лезвие ножа, издав рваный звук, вонзилось в шею оппонента, мне на лицо брызнула горячая черная кровь, а хватка на шее чуть ослабла. С усилием выдернув нож и стараясь быть максимально быстрым в этой неудобной позиции, я ударил его в область груди, затем в бок. Блять, тише, мясник. Еще и еще. До тех пор, пока хват на моей шее окончательно не разжался, и мне наконец не удалось скинуть врага с себя. Ты, сука, кажется, сам сказал. Откашлившись, прошипел я, нависнув над ним. Мы одинаковы. Так что же ты, гнида, забыл, что я без ножа из дома не выхожу? И так подставился? Ты уже проиграл. Улыбнулся он мне, и из его рта на землю потекла черная кровь, а из ран на теле обильно застроился черный дым. Ей-богу, заткнись. Все эти чертовых три эпизода я старался держать себя в руках, но ты, ублюдок, вывел меня из себя. На, сука, получи. Я же сказал, ты в прошлом, уебок. На выдохе выругался я, вынимая из гличащего тела нож, и под властью головокружения выпрямился, поднимаясь на ноги, чтобы почти сразу припасть на колено, в одночасье ощутив полнейший упадок сил. Стараясь сопротивляться угасающему зрению, я наблюдал, как все вокруг меня окутывает черная дымка, медленно подкрадываясь ко мне. Эй, ё-моё, так, я думаю, там по звуку хуево. Возьми меня за руку. Услышал я в голове собственные мысли, звучащие посторонним голосом. И не в силах противиться усталости, в шаге от бессознательного, я потянул руку навстречу тьме, и она черными лентами начала обволакивать ее, забираясь по ней все выше и выше. Все, пиздец. Мы откинулись. Не зря что он сказал, ты уже проиграл. Ну, этот музон порезвее будет. Под оглушающий треск и вспышки молний
Также лязг стали, я сидел не жив, не жив, не мертв, и лишь покачивал головой. Ля, ебать она жарит. Периодически прогонял я в голове мысль, наблюдая, как очередной ДК разлетается на прогнивший фарш после подачки от забущенной силы света Эммы. Ты в норме? Подойдя ко мне, поинтересовалась она, переводя попутно дух. Пока дышу. А ты как? Прекрасно. Не совру, если скажу, что вошла во вкус. Ослепив, она вновь молнией промчалась к очередному рыцарю смерти, протаранив его и впечатав в основание статуи. Имба. Должен признать, если бы не она, то нам и пришлось ой как плохо. Во-первых, мы хоть малость переведем дух, прежде чем принцесса Славяна придумает нам новое развлечение. А во-вторых, с учетом того, что я все время этого забил, успел углядеть прокасты от Анхоли, от Анхоли и Бладов с Фростами, ну это, скиллы, изловки, опять же, мы без стендов явно не протянули дольше пару минут. Блять, ну говорю, за стенды я шарю, ладно, Вовка, вообще не. Что печально. В конце концов, это не полудохлых маленьких скелетов лопатой по гробу шпунять. Что-то мелкое совсем плохо. Иван сидел над Ульяной, потирая со лба бессознательной девочки, испаренную платком. Температурит ужасно, в себя не приходит. Будь аккуратнее. Аккуратнее, все, я уже заикаться начал, пизда. Бля. Подал голос Паша, присматривающий за напичканным стрелами Денисом, который уже вряд ли когда-то поведет дорогу приключений. Если она реально превратится в рыцаря смерти, то тебе будет не очень прикольно оказаться первым, кто окажется с ней рядом. Оказаться. Ну, хуёвая игра слов. Верно. Но будем надеяться, все обойдется. Но ты бди. Я чуть прикрыл глаза, тяжело выдыхаю. Отбили ни слуху, ни духу, а тело мое норовит завалиться, обрубив все органы чувств и сознания. Крепись, Симон. Могло быть и хуже. Только, думаю я, обращаю взгляд в сторону сферы, за которой Шутер и Моника продолжали колдовать на бессознательных хайтов. Между тем, в рядах ДК знатно поубавилось, и сейчас с Эммой, вступив в нечестное ПВП 1-3, махались оставшиеся рыцари. Концентрация внимания на данный момент у меня оставляла желать лучшего, но я явно углядел что-то темное и переливающееся над коркой льда под ногами у девушки. «Выйди из АУЕ!» — заорал я, что было мощи, когда под ее ногами... Блять, кое-что вспомнил. Лучше забуду. Заорал я, что было мочи, когда под ее ногами земля начала извергать черный такой дымочек, что повалило за кастомным разложением. Я бы услышала, поняла, и молния отлетела в сторону, почти сразу атаковав одного из ДК, который, вылетев на газончик под дерево, произвел неудачную попытку подняться, после чего глаза его угасли, и он, осыпаясь пылью, завалился на землю, выбывая из игры. Молодца! Черт! Ща бы попкорна и додумать не успел, да ебаный рот. Во-первых, знатно жахнул разряд Эммы, которая решила не церемониться с оставшимися рыцарями, а просто ебнула чардж плюс пш. Да хуй знает, чё. Ну чардж, ладно. Чардж разгон, вроде как. Бши, баш это типа, блядь, стан, я не знаю. Бши. Какой бши? Щидо, блядь. Хотя, вернее, это был электрический вихрь. Но вы уловили суть мысли. Конечно, блядь, ну, дядь. Моментально просто. А во-вторых, жахнул, разлетаясь на мелкие осколки, испаряющиеся с голубым свечением в медленном падении купол шутера. Опачки. После же подскочил на месте... Что? Последний же подскочил на месте, завел за пояс руку и вытащил пистолет, направляя его в сторону черного дыма, образовавшегося на том месте, где валялся Васян. Но на этот инцидент среагировал не только я, но и рядовой с Пашей, и даже Эмма. Но меня волновал даже близко не этот черный сгусток дыма, а нечто иное.
Шутер, сука, у тебя все это время ствол был? Это на крайний случай. То есть, когда нас тут всякими шаломейнами и скорбями резали, это был не крайний случай? Не крайний случай, да? В натуре. Потом это обсудим. Между... Ну, блять, ну а хули? Он за барьером стоял, ему-то поебать. Между тем, черная дымка поднялась от земли, обретая некие человеческие очертания. Ой, бля, один. Не думал, что скажу, но я рад вернуться. Э, шутер, ты чё? Не успел Хайд порадоваться своему исцелению и пробуждению, как в его сторону шагнул шутер, держа его на макушке. Докажи, что ты это ты. Я это я в плане я. Типа я как я или типа я, но не тот я. Бля, чё? Бля, а вот я понял. Вот я о чем. Можно более корректно поставить вопрос? Скажи то, что может знать только Хайд из этой версии реальности. Живо. Ладно, ладно. Полегче, Гамбина. Дай секунду на подумать. Вот будет сюр, если сейчас шутер его пристрелит, и эта вся затяжка времени была коту под хвост. В натуре. Ну, считай до пяти. Да погоди ты. Раз. Шутер. Два. Да чтоб тебя метеорит убил. Три. Шутер явно не шутил, подходя чуть ближе к Хайту, в то время как Моника подкрадывала сзади. Да что ж творится-то? 4. Стоп. Ты доделал кланы, но они казались нахуй никому не нужны. Кланы? Хуй знает, что за... А? Хуй знает, что за кланы? Ладно, живи. Фух, Динхо, спасибо. Перекрестился последний, когда шутер опустил пистолет. Так, что тут у нас? Вместе с огромным хлопком, щелкнув ебом об асфальт недалеко от нас, пал последний ДК, напоследок пару раз моргнув синеватым светом из глазниц, после чего угас окончательно. Вижу, вы тут уже что-то придумали? Ого. Кивнул он, подошедший к нам Эмми. Обрела истинную силу? Одолжила, можно сказать. Но это было круто. Улыбнулась она ему, шумно выдыхая и испустив последнюю вспышку, угасла, осев на асфальте, на колени и уперев руки в землю, кажет. Блять, что? Бля, не, это про... Это не, может, не так херово написано, это просто я так читаю, блять, что? Улыбнулась она ему, шумно выдыхая и, испустив последнюю вспышку, угасла, осев на асфальте на колени и уперев руки в землю. Кажется, выбившись из сил окончательно. О, так-то лучше, а то... Короче, понятно. Ты как? Нормально. Устала. Это все круто. А, извиняюсь. Но у нас тут люди умирают, держу в курсе. Да, точно. Да, точно, Симон, давай-ка. И отпухнулся я все еще, будучи не до конца уверенным, что перед нами местный Василий, а не его злая копирка из моей реальности. Нужно сначала поглядеть на него после поедания энергии Ульяны, прежде чем лишиться, пусть пока и спящего. Что? Нужно сначала поглядеть на него после поедания энергии Ульяны, прежде чем лишиться, пусть пока и спящего, стенда и стать максимально беззащитным, в случае, если у него опять потечет фляга. Ульяне надо помочь, она совсем плоха. Что у нее тут? Ох, ёпт. Попробуй впитать остатки ее энергии. Возможно, это спасет ее. Возможно. Я уверен только насчет Симона. Она же ванильный персонаж, и у меня нет гарантии. Попытка не пытка. Он присел над ней и положил руку на ее рану. Товарищ... Что-то, мне кажется, сейчас мы столько этой мощи впитаем темной энергии, что у нас потом ебашить будут свои же. Тело девочки начало обволакивать черный дым, а ее ватный доспех начал исчезать, обращаясь светом, что стекался по ее телу вверх и сползал по руке Хайта, постепенно окутывая его.
Сопровождение хлопка и вспышки Хайта, окутанный черной дымкой и светясь, отлетел от Ульянки на метр с копейкой, расстелившись на асфальте. Шутер, видимо, тоже имеющий сомнения, крепче жал рукоять пистолета, поднимая его дуло на лежащий в черном дыму тело Васи. А Ульяна, сменив латы на дефолт свой наряд, приоткрыл глаза, слегка приподнимаясь на руках. Что? Что случилось? Она села на месте, осматриваясь по сторонам. Ты в порядке? Я... Она призадумалась, чуть ощупав и глядя в себя. Вроде да. Устала немного. Значит, сработало. Надеюсь, без тех самых приколов обойдемся. Я тоже об этом думаю. Ай, ты там жив? Поинтересовался Пашка, когда дым вокруг тела на асфальте чутка осел. У меня имя есть, Пашок. Донеслось оттуда, и обладатель голоса приподнялся. И да, жив. Чувствуешь что-нибудь? Прилив сил разве что. Возможно, энергии Ули было недостаточно. Ну да, она же зарядила Эму до максимума. Понял, принял. Иди сюда, Симон, буду тебя трогать. Звучит как-то по-гейски, держу в курсе. Это ты у нас гачи-мученик. Так что, на мой счет, можешь быть спокоен. Я больше по депрессии, а алкоголю. Депросексуал, получается? Получается. Что ж, раздалось позади, и я чуть обернулся. Блять. Я помню это. Сука. Ай, блядь. Блядь, всегда нахуй убирает лучших, я не знаю. Блядь, слил бы Денчика или Пашка, нахуй они тут надо. Били-то за что? Блядь. Сейчас до слез просто будет. Прощаемся. Надеюсь, не навсегда. Это была славная битва. И я уверен, ты справишься и без моей помощи. Ты сильнее, чем тебе кажется. И помни, у тебя есть команда. Ты не один, а значит, непобедим. Главное, не сдавайся. Спасибо, что веришь в меня. Пизда, нахуй. До слез. Это что, писал Квентин Тарантино? Он лишь улыбнулся мне, растворяясь розоватой дымке, а я ощутил что-то наподобие тоски. Готов? Теперь да. Хайт присел рядом со мной и, коснувшись рукой примерно той области на груди, где еще полученный били урон, прикрыл глаза. Ух ты. Теперь мы тут шарлатаним, получается. Ослепнув на пару секунд от исходящего свечения, я перестал ощущать боль и усталость в своем теле. Разложил заложенные уши, блять, стоп. А, не, все в порядке. Разложив заложенные уши, веки перестали бить свинцово тяжелыми. Веки перестали быть свинцово тяжелыми, а все напряжение и изнуряющий упадок из тела пропали, все. И что самое лучшее, наконец пропало это бесячее чувство, будто мне под кожу запихали ведро льда. Казалось, что сама душа наконец разморозилась. Спасибо, папаша. Выдал я, наконец став на ноги, разминая торс и плечи. Васян, еще больше окутанный черным дымом, чуть согнувшись, попятился назад, жмурся, что-то шипя, стиснув зубы. Видимо, тебе не по кайфу такие штуки. Возможно, он сам ощущает ту боль, которую чувствовал ты, пока энергия в нем усваивается. Да, типа того. Словно спицы во все вены и сосуды вставили... Ох, блин. Аж уши заложило, а в голове словно зов диких земель зелаты заиграли. Зелаты хуй на зельт. Что по самому ощущению? Голос в башке слышу, но разобрать ничего не могу. Я, Редач и Шутер переглянулись. Таких приколов от стендов у нас не было. Такое ощущение, заорать хочется.
Возможно, тело отвергает энергию. Это как? Видимо, я ошибся с кодом, и тело Хайта не может жить с этой силой. Охуенно. И чем это грозит? Он может умереть. Организм не справится с давлением и перенапряжением. Сердце лопнет или сосуды, что приведет к обильному кровоизлиянию в мозг. И что делать? Уже ничего не сделаешь. Это ошибка на кодовом уровне. А опять вводить его в предсмертное состояние не вариант. Слишком рискованно. Есть шансы не реанимировать. Мы едва вытащили его в этот раз. Возможно, в самом корне сценария вашей реальности заложено то, что Вася должен умереть. Сколько мы не пытаемся, мы лишь оттягиваем неизбежное. Пиздец. Ага, пиздец. Пиздец позитивные новости, шутер. Хорошо. Хорошо, что ты не мой лечащий врач. Хотя, тот тоже мне ничего хорошего никогда не говорит. Так что, вы в одной тарелке. Что-то шепчет. Тряхнув головой, он таки распрямился, отмахиваясь от черного дыма. Словно кости вырывают из тела. Твою-то мать! Шепот в башке. Оно хочет вырваться. Все напряглись. Прямо вообще пернет, по-моему. Шутер снова взял Хайта на мушку, а я взял на изготовку лопату. Блядь. Тут все по-серьезки, ебаный сыр. Ебашим? Но не успел я получить ответ, как черный туман вокруг Васа с хлопком развеялся, разлетаясь по сторонам. По глазам в очередной раз резанул свет. Ебать, что за лик святой? God damn! А крылья есть? Оно выглядит мертвым? Ну ты на Хайта посмотри. Он тоже на живого не особо тянет. Так подожди. Если станет это воплощение психофизического и внутреннего боевого духа человека, значит где-то в глубине души ты ощущаешь себя как мертвая женщина? Ох, мертвая женщина тоже женщина. Улыбнулся он нам. Ребят, тут у нас ФБН кровью лежит, напоминаю. В смысле? Ох, в натуре. Чё, Денис, прервалась твоя дорога приключений? Усмехнулся он, присев рядом с лежащим на земле. Ля, Хайт, я уже шутил про это. Я чё, убью всех нахуй. А я откуда знал? Я в лунке лежал, напоминаю. Так, надо как-то собраться силами, со сплавами освоиться. Давай-ка выделим у тебя из колена эту хуйню. Думаешь, стоит? Я же Холли отхилю. Мы же хилим? Чуть обернулся он, глядя на свой стенд. Да, не ответил, лишь смещаясь ближе к лежащему. Лишь смещаясь. Хайт без слов кивнул и, схватившись за древко, выдернул первую стрелу из ноги Дениса, отчего тот вскрикнул. Сразу после Васян зажал рану рукой, из-под которой чуть извиня застрелился свет. А, нет, там получается все нормально было. Видим. Короче, все. Я забыл, что, блядь, у нас, блядь, Симон откидывался, и Денчика подстрелили. Ну и говорю, это, блядь, вот эта проблема, то, что я на неделю, блядь, так сказать, был занят, блядь, на неделю, пиздец. И все, и немножко некоторые моменты упускаю. И сразу после Васян зажал рану рукой, из-под которой чуть звеня застрелился свет. Спасибо. Пошел нахуй. Только выдал радостно пациенту. Я уже думал, все, умру в болоте. Не в мою смену. Блять, мне на секунду показалось, что это тело Денчика анимировано. Ну, ладно. Так, плохой знак. Сомнений нет. Вы величайшие герои воркшопа.
Вы преодолели все препятствия, которые я воздвигла перед вами. Сильнейшие из моих слуг пали перед вашим натиском. Сгорели в пламени вашей ярости. Этот никчемный пионер убеждал холодную тьму в вашей силе, умоляя помочь уничтожить вас. Я послушал его и сделал на вас ставку, наблюдая за вами с первого же дня вашего появления. И должна признать, он в вас не ошибся. Он привел ко мне лучших героев, которых знал в воркшоп, и отдал вас в мои руки, как я и рассчитывала. Мне бы стоило наградить его за этот невольный подарок. Это все пиздец льстит, конечно. Но мы-то тебе на какой ляд? За тем, что миру суждено пасть от ваших рук. Я убью вас, а затем воскрешу и превращу в своих сильнейших рыцарей смерти. Я приумножу вашу силу в десятки раз. Мы вместе повергнем воркшоп кучины хаоса. Затем разрушим барьер между мирами и вернемся в вашу реальность. Вернемся, чтобы поставить мир на колени передо мной. Ну да, пиздатый план. Ни разу не план типичного злодея. Начнем же! Ну все. А вот и шлем господства. Все вооружились первым, что попалось под руку. Ждем теперь ДК и поганишь с гулями. Или гулями? Гуля. Уже были, да? Повезло, что я проспал все эти приколы. Клонитесь, а я дарую вам быструю смерть. Идеи? Никаких. Я могу выйти вперед, а ты подстрахуешь. Я, сука, зарос сейчас, сука. Ладно. Думаешь, это хорошая затея? У меня, по идее, есть щит, так что поддержать ее смогу. Не забывай, что удар по стенду равносилен удару по тебе. Помню. Так или иначе, шансов против скорби в ближнем бою у нас немного. Вась, вот. Потормошив Хайта за рукав, Ульяна указала на Шаломейн, лежащий на промозглом асфальте. Без силы света я не могу его больше понять. Слишком тяжелый для меня. Ну, только Хайт хотел отступить чуть назад, чтобы подобрать меч. Его руки окутал черный дым, скапливаясь и обретая некую форму. Ого. Только выдал Хайт, и вместе с этим дым обратился в его руках в пару длинных, чуть изогнутых кинжалов, вокруг которых витал черный дымок. Граница ночи? Ну вот, двойный кинжал, это по мне. Бам-бам, понеслась, да. Походу. Айт хоть и выглядел озадачен, на его лице пестела улыбка. Видимо, он был явно доволен этим подарком. Взвесив обновку в руке, перехватывая кинжал поудобнее, он отвернулся от нас на пару шагов. Бля, ну ладно. Двуручное оружие мне нравится. Ну, не в плане двуручного меча, а вот что в две руки. Там два меча, два кинжалика, бля. Вот это прикольно. Приз с кинжалами? Ну, это уже перебор. Пошел чуть отойдя за наши спины, поднял с земли Шаломейн, вновь возвращаясь и выходя вперед, становясь Хайтом бок о бок. Уверен, что хочешь быть напередо мной? Знаешь, я их хоть и рот ебал всей этой заварушки, и лучше бы где-то отсиделся, пока пиздец не прекратится. Но заебался я уже от бессилия собственного. Довольно уже пытаться прятаться. Растешь прямо на глазах. Усмехнулся он, сжимая рука этих кинжалов, а тем временем, встав по правую руку от него, к ним припнула Эмма, пестря на темном фоне голубыми волосами, с бегущим по ним тонкими ниточками тока. «Мы пойдем в бой, а вы?» «Ну ты уже совсем нас со счетов не списывай, я тоже еще в строю». Редач призвал свой стенд, а сам вооружился мечом, подобранным из горсти праха, оставшимся от одного из ДК. «Нет, Вань». Остановил он его, вытянув руку, когда Редач хотел пристроиться к их трио. «Ты должен прикрыть тылы, если мы проиграем». «Если мы проиграем, то что? Ты должен будешь защитить остальных». «Уверен, вы с шутером справитесь». «У меня стенд не рассчитан для боев». «Сука, у тебя пушка есть, мать ее за ногу». «Вот именно. Придумайте что-нибудь».
Я буду следить за ее переменами. Может, удастся что-нибудь выудить. А мы как живой щит будем? А мы как живой щит будем? То есть я хотел сказать, что мы еще будем героически драться, пока шутер взламывает Славину жопу. Блядь. Лопатами, вилами этого Артаса вашего. В натуре. По гробу надаем и все. Он нам еще за Стратхольм ответит. Окей. Вы готовы? Нет. Но похуй. Эмма согласно кивнула. Поехали! Блин, вот хз, сколько еще читать надо, было чекнуть, чтобы понять, на сколько раз растягивает стрим, потому что. Сука. Заблокировав кинжалами удар скорби и от импульса проскользив по покрытому коркой льда асфальту, я остановился рядом с Пашком, переводящим дух после пары попыток атаки Слави. Мне вот, блять, интересно, где пионеры так с мечом обращаться в СССР? Что? Мне вот, блять, интересно, все пионеры так с мечом обращаться? Обращаются, наверное. Блять, или ты с этих американских ваших фильмов наслушался про вот эти акценты, вообще не знаю, чего они сыну, блять, похуй. В СССР в школе этому учат? Я не могу понять. Или Слава настолько бравая, что фехтование освоил мимоходом? Да пиздец. Только выдал он на выдохе. Ты как? Порядок? Так подустал чутка. Тяжелый, сука, этот ваш Соломейн. Я тоже уже кинжалами махать заебался, честно говоря. Еще и поддачки блокировать — вообще не прикольное занятие. У меня от отдачи этой скоро все кости в руках переломаются. Ты вообще приз так-то. Еще и старый, как прическа Монро. Для начала присты могут носить кинжалы. Что? Для начала присты могут носить кинжалы еще. А на старость не гони. Сам без году неделя уже в реалость билет брать будешь. Да и нормально у Мерлин прическа была, не выебывайся. Обнося ему я, перехватывая ночь. И после заряда от Эми, чуть щурясь от слепительной вспышки, мы с Пашком, заходя с разных сторон, кинулись в атаку на отвлеченную Славию. Не, ну хуй знает, я даже язык как это комментировать. Если поначалу все шло плюс-минус неплохо, то сейчас мы начали лажать друг за дружкой в экстра бравом темпе. Выдав самое продолжительное комбо, на которое мне хватило ловкости и сил, я отхватил смачную подачку рукоятью скорби по зубам. Сразу после которой был отправлен на землю пинком тяжелого ватного сапога в грудь. На выручку кинулась Эми, запуская пару разрядов с обеих рук в сторону Слави. Но там, вонзив в землю скорбь, вызывая перед собой ледяную стену, которая приняла на себя весь залп, орошая Слави мелкими осколками льда. В этом ледяном дожде из-за обломков ее щита Эми не заметил, как Славия вскинула руку, закастовав лик смерти, который, издав зеленоватое свечение, пронесся к Эми, врезаясь прямо в грудь, и отправил ее полежать на прохладном асфальте. Пашок, до этого получивший по морде с тяжелой перчаткой, тоже бросился в атаку, но Славия, уже успев выдернуть из земли скорбь, без особого труда отбила Пашкину пару, перехватывая инициативу, блять. Тяжеловато такое читать. Ну, по крайней мере, мне. Ну, типа, ну просто парочка слов, бля. Или это я уже туплю. Или парочка слов, непонятно. Как-то так. Я встал на ноги и хотел уже было присоединить. Блять, я даже уже мысли формулировать не могу. Вот, Хать, что твое просвещение делать с людьми? Я тупею. И встав на ноги и хотел уже было присоединиться к этому вальсу, как вдруг Сайва круговым взмахом нанесла по блокирующему Пашке удар, выбив из его рук меч, и довольно быстро для девчонки, запакованной в тяжелые латы, бросилась на него, готовясь пронзить его своим мечом. «Слово силы щит!» — выкрикнул я первое, что на реакции и на инстинктах пришло мне в голову, выставив руку в сторону Пашка.
За моей спиной вспыхнуло свечение, и приятно согревая по руке, пронеслись тонкие ленточки света. Собравшись воедино, вырвались из ладони одной большой строй и устремились к кораблю. Блять, мы на него божественный щит кинули, походу. В последний момент Пашка окружила свечение, образуя вокруг него сферу, своего рода сферу. Которая спустя... Ну а хуля, один удар только. Который спустя миг, приняв на себя удар скорби, звоном разлетелся на мелкие, растворяющиеся в промозглом воздухе осколки. Там же Пашок таки, не получив урона от проклятого меча, был отброшен назад с пару метров, прокатившись по ледяному настилу на спине. Охуеть, чё могу. Только и выдал я, шумно выдохнул. Свет с тобой. А как насчет тьмы? Чуть обернувшись за спину и подняв голову, спросил я отрекшуюся жрицу. Это моя любимая часть. Я сконцентрировался и, сосредоточившись на отрицательных эмоциях, скинул руку в сторону Свави. Слово тьмы боль. По руке заструился темно-темно-фиолетовый дымок, от которого рука, и без того порядком подмерзшая от накастованной лавкой погодки, продрогала до костей. Как и в случае со светом, с неким гулом, похожим на приглушенный крик, темная энергия вырвалась из ладони, направляясь в сторону врага токсично-фиолетовым, фиолетово-темным сгустком. Но не достигла цели в паре сантиметров, от которой столкнулась зеленоватой аурой, заключающей свою защитную сферу. Да бля! Антимагический панцирь, донесся из-за спины голос. Наши заклинания ей нипочем, они бесполезны. ЦЛК спокойно все дотки вешались. У нее же должен быть какой-то КД или типа того. Размышлял я, пока Славя по какой-то непонятной причине решил просто повтыкать и постоять на месте. Судя по выдыхается таки, зараза. Плохо дело, проговорила Эми, устало подходя ко мне справа. У меня словно вообще силы не кончаются. Да не, вполне себе устает. Не так быстро, как мы, конечно, но угасает. Еще и с пылу не берут, сука, эту личевскую. Звучит как-то неприлично. Из меня вырвался смешок. Ладно, типа, прилично. Специально еще выделил. Лич. Я меч проебал. Хорош, Пашок. Раздался неожиданно у левого уха, отчего я аж дернулся. Да, видел. Спасибо за чит, к слову. Без Б. Я хз, все силы вбухал, но к ней пробиться нереально. Слишком тяжело, с бомжами сплеть было в разы проще. Да то она и король. Королева лич. Нужен план. Да какой план, блядь, что тут думать? Мы идем ее пинать или подставляться под ее пинки? А ты по Шурику меч стырь и... Пизда. Не успев толком среагировать на атаку Слави, жрица каким-то чудом успела накинуть на меня щит, который, приняв на себя подачку со скорби, моментально разлетелся. А мне же от схваченной порции ударной силы повело назад, закончив неуклюжие попытки устоять на ногах падением на спину. Эми, вспыхнув искрами, попыталась атаковать, но Слави кинула свободную руку в ее сторону, отчего первая... Что? Эми, вспыхнув искрами, пыталась атаковать так, но Славя быстро скинула свободную руку в ее сторону, отчего первая, снова приняв на грудь, закастованный койл был отброшен на землю. Понял. Пашок, сориентировавшись, не дробя, решил прописать свой хук правый. Ну, блядь, ну хук справа ее точно, блядь, как-то заденет. Но и этот мув, несмотря на и так понятную глупость его этого действия, был пресечен личикой ловким перехватом кулака. В наказание за данный прикол, до хруста в костях сжав пойманную руку, Славя сразу после схватил Пашка за шею и прилично так перекрыв ему кислород со всей дури, швырнул его об асфальт. Встретившись с лицом, с которым, как мне показалось, Пашок растерял энную часть своих зубов, заливая лед крови. Все это происходило так быстро, что я только и успел, что... Чуть пошатнувшись, подняться на ноги, даже без малейшего понятия, что мне делать дальше. «Будь готова дать мне щит!» Только и прошептал я размытому силуэту за своей спиной, переходя в наступление.
непробиваемая. Ну, блядь, ну... А хули мы сделаем? Нам только остается надеяться на какой-то... Бэнг? Флэшбэнг? Отчеканив последнюю пару Славкин блок скорбью, я пошатнулся и медленно стал отходить в попытке перевести дух и чутка подумать. Но зря понадеялся на то, что она мне это позволит. После пары ударов трясущимися руками я держал кинжалы перекрестием, на обух которых горя ледяными... Горя ледянистого давило лезвие скорби. Все ближе и ближе приближаясь к моему лицу. Наверное, горя, блядь. Какого нахуй? Чего горя? Из глотки, за место выдохов донеслось кряхтение. И все тело, кажется, обливалось потом. Ну, блядь, тот Хайт, видимо, тоже уже умирал. В силе я явно проигрываю. Странно, что я вообще столько продержался. Хотя, может, это стенд мне силушку бафнул. Думал я, надеюсь, что если удержать скорбь мне не получится, то меня от ее смертельного удара в мордашку защитит жрица. Тем временем клинки уже упирались своей холодной сталью мне в лицо. Еще большим холодом на него веяло. Не, ладно, тут реально Хайт там уже, блядь, умирал, я вижу это. От ледяной скорби, которую от меня отделяли лишь сантиметры толщины моих кинжалов. Ах ты... такой план. Я нахуй прыгаю ему по башке, блядь. Ладно, это нормально было. Под оглушающий звон стали по глазам ударила яркая вспышка, а по телу ударная волна воздуха льда, разбросавшая меня Пашку и Славу в разные стороны. Крутанув пару сальтук по земле, я наконец перестал... Что-то меня калит немного вот это. Я наконец перестал движение. Не знаю. И знатно выругавшись, приподнялся на руках, оглядываясь по сторонам. Пашок лежал чуть левее от меня, кажется, без сознания. Славе же медленно поднималась на ноги, используя скорбь для упора. А с головы ее на землю снегом, стальными кусками и льдом, осыпая шлем... Осыпался шлем господства. Все правильно. Да твою мать! Прошипел злой я, пытаясь встать. На Славе не было ни царапинки, ни на броне, ни на лице, в которое я сейчас и прилетел удар пушка. Хайт, тут что-то не так. Да ну нахуй, правда что ли? Чуть обернувшись, отозвался я. По идее, я должно было отпустить. После уничтожения короны. Ну или как-то что-то случилось бы, но нихуя подобного. Вижу. Я пошарил по местности взглядом, пытаясь углядеть кинжал, который выпали из моих рук, когда Шаломей разрядил в тыкву Славе, но нигде не мог найти их. Мы готовы вступить, если ситуация таз. Я хз, Симон. Айт, на землю. Прежде чем пригнуться, я только успел что заметить краем глаза шутера, вышедшего вперед всех с пушкой наперевес. Блять, что? Нет! Наверное, там арт какой-то пиздат был. Нет! Блять. И как это? Скрипт не сработал, ёбаный сырник. Блять, я надеюсь, если... Ну хоть... Да... Ёбаный сыр. Ну и что это такое? Печалька, Хайт, видишь, как оно бывает. Да блядь, что там происходит, я не вижу. Пистолет громко отстрелял несколько патронов, но Сава, как и в случае с Сэмой, переждала угрозу, укрывшись за ледяной стеной.
можете сопротивляться сколько угодно. Мимо меня, вызывая неприятное ощущение в ушах, пролетел лик смерти, направленный в шутера. На его защиту вылетела Моника, создавая матричный щит, но Кою прошел и через барьер, и через Монику, заставив их разлететься на осколки призрачного кода. И в конечном итоге достиг шутера, с кислотно-зеленой вспышкой поражая его грудь и опрокидывая на асфальт. «Шутер!» Иван подбежал к нему и принялся тормошить, прислонив к носу пальцы и после опустив голову к его груди. «Дышит, и сердце бьется. Живой. Ненадолго». «Ебать! Что происходит?» Славя резко присел на колено, вонзая ледяную скорбь в землю. Корка льда под ногами задрожала, и что-то по ней начало двигаться в мою сторону, стрясая землю, заставляя меня и команду шататься на месте, пытаясь удержаться на ногах и не упасть. А в лицо ударил поднявшийся буран, неприятно обжигая холодом щеки. А следом за этим раздался громкий треск, повсеместно с криками стоящих у меня за спиной. Я резко обернулся, увидел, как из-под земли взрывается скопище ледяных столпов и кристаллов, раскидывая ребят в стороны и нанося разного рода увечья. Некоторых из них просто больно приложило о землю. А затем, кто нарвался на заостренные кристаллы, получив рваные раны, повезло. И словно этого было мало, все эти кристаллы в раз разлетелись на осколки, оглушив всех с треском, похожим на стекольный. Все произошло так быстро и неожиданно, что только тогда, когда несколько ледяных шипов раскололось, мой щит, накинутый жрицей, я начал осознавать, что сейчас произошло. Кто-то лежал на земле и, обливаясь кровью из ран, стонал. Кто-то потерял сознание. Это было просто. Оглядывая ребят, я не сразу собрался с силами, чтобы повернуться к Славе. Меня изнутри пожирал страх, наряду с переживанием за мою команду. Я смотрел на тех, кто лежит и не двигается, не издает ни малейшего звука. Смотрел и про себя молился, чтобы они просто были без сознания. Стоял и смотрел, не находя в себе сил отвернуться, словно если я так сделаю, я больше никого из них не увижу. И только когда сзади послышались шаги и раздался крик... «Вась!» Я чутко встряхнулся, пришел в себя и обернулся. Обернулся и почти сразу опустил взгляд в землю. Получив неприятный удар по глазам от кислотной вспышки, что поразило бегущую ко мне девочку, откидывая ее в сторону, бросая опромерзший асфальт. А к моим ногам упали кинжалы, которые Ульяна успела бросить в мою сторону, прежде чем Славя убила ее. Пизда. Я пригляделся и никак не мог разглядеть, дышит ли девочка или нет. Пытался понять, насколько смертельным может быть Койл для обычного человека. Но не мог не увидеть того, что хотел видеть, не понять, что хотел. И отступившие на пару секунд чувства переживания, страха и печали вновь ударили по мне изнутри. С еще большей силой. С такой, что у меня на пару секунд перехватило дыхание. Перед глазами замаячили черные пятна, а память норовила сгинуть куда подальше в коридоры путанного сознания. Сколько веревочки не виться, конец неотвратим. Я не ответил. Нагнулся, не сводя со своего взгляд, и поднял кинжал из земли. Блять, музыка боевая, как будто сейчас и такой. Пизда тебе. Ну и понеслась. Твои друзья пришли сюда, чтобы спасти тебя. Они сражались за тебя. Но ты не смог никого спасти. Из-за тебя случилось только смертей. Хотя достаточно было всего одной. Твоей. Но я довольна твоим упрямством. Твоим отказом принимать тот факт, что ты не победишь. Я хотела, чтобы ты страдал. Страдал, смотря на своих погибших друзей. Хотела и добилась. Оглянись. Посмотри. Они верили в тебя. Ни один человек не заслужит того, о чем не может заботиться.
Достоин ли ты был этих людей, с которыми шел рука об руку, которых называл друзьями? И искренне ли ты считал их таковыми? Если да, то как считаешь, смог ли ты о них позаботиться? Был ли ты настоящим другом? Да еще каким охуительным другом был я. Так, не есть. Жрица, ты слышишь меня? Конечно. Отозвался эхом голос внутри моей головы. Помоги остальным, вылечи их, пока не поздно. В первую очередь, помоги парню в очках. Если я оставлю тебя, то не смогу защитить. Спаси их, прошу, как пожелаешь. Я почувствовал, как жрица отделилась от меня, а свечение, что в один миг возникло за моей спиной, удалилось в сторону ребят. Сам же я перехватил кинжал поудобнее и подошел на несколько шагов ближе к славе. Все еще хочешь сражаться? Его упорство восхищает. Но в какой в этом смысл? Для чего все это, если ты сам понимаешь, что ты не победишь? Зачем обрекать себя на страдания и боль? Преклони колено передо мной, и я буду милосердным. Сдавайся, ведь ты уже проиграл. Я не проиграл, пока не сдался. Что ж, ты сделал свой выбор. Покончим с этим. Но от упадки силы и усталости я попросту не успел среагировать. Успел только закрыть глаза. Я даже не понимаю, умер я или же нет. Я чувствую, как на меня медленно падает снег. Чувствую, как меня пошатывает. Слышу, как что-то капает на покрытый ледяной койкой асфальт. Блядь! А вот на этом моменте я и закончу. А опа, охуяк нахуй. Самое интересное, да? Да, блядь. Ну, я думаю, что я завтра полностью уже дочитаю, типа, ну, блядь. Вот тут я вспомню, что произошло, и поэтому я тут стопну так вот по красоте. Так, опа, блядь. Так что, блядь, да, я еще так не дам. Ну, бля, ну, не знаю, может, сегодня со стороны я и душнил, но что могу сказать? Бля, у меня ОБС даже завис, покуда я так голову качал, видно, не выдержат у меня компьютеры таких нагрузок. Ну, конец уже близко, так что... Я говорю, завтра, думаю, дочитаю, пока, ну, все довольно-таки забавно, весело. Хотя есть, я говорю, пара таких моментов, которые, типа, этот лор Вовки, блядь, нахуй мне всрался, ебаный сын. Я тут, вон, на приключениях Василия Хайта читаю его команды, а не лор Вовки. Ну, зато потом в компании, если буду за ор, Вовке пояснять, я буду потом говорить. Что, блядь? Вася, короля Лича победил. Вы хули хуйню несете? Кто, блядь? Василий Хайр, блядь. Приз с кинжалами. Нормально. Ладно. На сегодня опять же все. Покинем.